За сутки в городском родильном доме появилось на свет 10 малышей. И только один из них, немного подождав, родился в новогоднюю ночь. Нет, я говорю, первый не было рожать, но никого не было. Первого ребенка рожала как бы. Много народу было, а сегодня я одна была. Вес 3,5 килограмма, рост 52 сантиметра. Мальчик здоров и мирно спит в кроватке. Для мамы это самое главное. Отмечу, последние пару лет рождаемость идет на спад. В 2016 году малышей родилось на 60 меньше, чем позапрошлом. Однако большого повода для беспокойства нет, считает министр здравоохранения республики. Демографические показатели республика держит. Мы одни на первых местах, на первых позициях сегодня, несмотря на снижаемость родов. Но я думаю, что в этом году, наверное, будет получше, потому что первенец – это мальчик. Прекрасной традицией поздравлять первых горожан и их мам уже больше 5 лет. И пока она к всеобщей радости не прерывалась. В основном первые роженицы получают подарки в денежном эквиваленте. У Иржены теперь есть 2 сертификата на общую сумму 40 тысяч рублей. Для молодых родителей это существенная помощь. Как-никак, уход за ребенком требует немалых затрат. Почему такая традиция существует? Потому что нашим жителям всегда очень интересно. Кто первый ребенок? Кто родился в новогоднюю ночь? Все ждут чуда. Рождение ребенка – это всегда чудо. Старт Новому году дан. Он не високосный. А стало быть, предрассудков по поводу него нет. И рост рождаемости вполне осуществим. Приходите к нам рожать. Мы окажем вам высококвалифицированную медицинскую помощь. Всего хорошего. Саднам Ирдынеев, Ксения Шабаева, Андрей Дармаев. Новости дня.